По 12-м номерам гнедая плутовка, наездник второй категории Евстигнеева. Итак, дано три звонка. Будет даваться старт участникам первого гита традиционного приза, приза ковбоя. Дан старт. С первых метров дистанции по бровке просматривается таркан. А с поля египтянка. Она светло-серой масти. Вот посмотрите, входя в левый поворот, по-прежнему бег ведет таркан. Кстати, таркан, дорогие друзья, рекордист двухлетнего возраста ипподрома Курганский. В повороте разворачивается борьба по бровке таркан, с поля серая египтянка, представительница республики Башкортостан. За 31,5 секунды первая отметка дистанции, не выдержав пейса, стоит таркан. На первое место определяется египтянка. И в борьбе за 3-3 места тут же плутовка. Третий по ходу таркан. Споит Калимаджара. А в правом повороте, вы посмотрите, делает бросок гнедая плутовка, которая пытается достать ведущую бег египтянку. Да, им удается, они в борьбе с тарканом на противоположной прямой достают ведущую бег египтянку. Вторая отметка 32,2 секунды. Вот так пейс развернули наши трехлетние рысаки. Впереди по-прежнему с небольшим преимуществом Владимир Кузиков на египтянке. И сбои три. На втором месте на корпус сзади плутовка и третьим по ходу таркан. За 32,7 секунды третья отметка дистанции. В левом повороте чуть-чуть пристает египтянка. Ее пытается достать плутовка, тут же таркан. Но это первый гид. Тоже будет победителем первого гида. Какая идет упорнейшая борьба. Египтянка или плутовка, кто же будет впереди? А это что-то касается вообще никакой.